Картина за закрытой дверью. И это ожидание уже рождает какое-то волнение. Потом двери открываются, ощущение встречи лицом к лицу. И есть какое-то странное чувство, что и картина изучает своих зрителей. Легкая неловкость. Целомудрие укрощает дурные страсти. Она берет его за волосы весьма энергично. Эта проблема существовала. Музей Ирина Антонова и Министерство культуры России несколько лет вели переговоры, чтобы добиться этого исключения. Целомудрие укрощает дурные страсти. Она берет его за волосы весьма энергично.